Алло, алло, да, да. Ну, как-то чуть-чуть не вовремя, я оркестр уже сидит на сцене, ждут меня. Концерт какой? Ну, ерунда какая-то. Просто у меня 50 лет юбилей концерт. Спасибо. 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 До скорого времени. До свидания. Oh,
Дорогой Павел, я тоже присоединяюсь к поздравлению детей. Я ведь тоже бывший ребенок. И как и ты. У вас здесь не бывший ребенок. Ну, да. Но я думаю, что и все гости присоединяются к поздравлению тоже. Да? Поздравляем еще раз. Да. Следующее явление придется петь вместе с спортом. А теперь я всех попрошу обратить внимание на экран. Надо у вас есть важное сообщение, там новости 5 канала и другие важные видеоматериалы. Дорогой Павел, я так тебя люблю, я от души поздравляю тебя с твоим 50-летием, с твоим юбилеем. Ты знаешь, твое имя Фабио Мастранджело, это 7 слогов, как 7 нот. 7 нот, без которых можно сделать самую красивую мелодию. Ты знаешь, сегодня справедливо будут все хорошие слова сказать в твой адрес, все цветы, которые тебе подарят, хотя, конечно, ты как маэстро давно привык ко всем цветам. Но я должна сказать, что мы тебя любим только за то, что ты талантлив, за то, что ты красив, за то, что ты очень порядочный человек. Вот я вот к тебе отношусь совершенно как к особенному человеку, потому что ты невероятно искренний. Ты искренний, вот той искренностью, которую сегодня очень редко бывает в людях. Ты просто очень настоящий. Ты настоящий человек, настоящий друг. И я очень надеюсь, что наша дружба, наши отношения будут длиться много-много лет. Я сожалею, что я сегодня не могу быть рядом с тобой. Я надеюсь, что этот юбилей мы продолжим отдельно в другом месте. Поздравляю тебя еще раз. Спасибо, что ты есть. Спасибо. Я сегодня поздравляю Фабио Мастранджело с очень важным событием в его жизни. Все-таки 50 – это переход во взрослую жизнь. Особенно это касается дирижера. Дирижер, в принципе, как Фабио знает, начинается во второй половине жизни. И я ему желаю начинать эту вторую половину с убеждением, что он станет еще лучше дирижер. Самые добрые пожелания. Дорогие друзья, итак, официальным годом рождения Фабио Мастранджело является 5726 от сотворения мира. Но некоторые люди догадывались о его появлении еще раньше. Я прошу опять обратить внимание на экран. Вы видите съемки космического пространства за несколько лет до рождения Фабио. Посмотрите на крайнюю звезду в правом верхнем углу. Замечено, что интенсивность ее излучения идентична тому, которое исходит от Фабио при жизни. Что позволяет утверждать, что Фабио еще до рождения был звездой. На Земле Фабио появился в городе Бари, провинции Апулия, Итальянской Республики.